75-летний австралиец Рави 3 года назад перенес операцию на коленях. Возможно, неприятные последствия недуга сказывались бы до сих пор, но мужчина решил укреплять тело и занялся пауэрлифтингом. Теперь он регулярно приходит в тренажерный зал в Канберре. Я чувствую себя активнее и ко всему отношусь позитивно. Все это очень мне помогло. Также занятия придают уверенности в себе. А у 66-летней Джудит другой стимул. 2 года назад она стала бабушкой. Вот тут-то и понадобилась физическая сила. Бабушку используют как батут и как лошадку, просят взять на ручки. Джеку Уильяму 2,5 года, и он весит целую тонну, а бабушка теперь может его поднимать. Пауэрлифтинг для Джудит – это также возможность убедиться, что она еще способна на многое. Но специалисты видят и другие преимущества. Многие пожилые люди при падении получают переломы, поэтому они рано попадают в учреждения по уходу за престарелыми, а эти тренировки укрепляют тело. Врачи все больше приходят к мнению, что чем дольше старик в хорошей форме, тем лучше он себя чувствует. Пауэрлифтинг – это силовое троеборье, при котором спортсмен поднимает максимально тяжелый для себя вес. В дисциплину входят 3 упражнения – приседания со штангой на спине, жим штанги лежа и тяга штанги.